moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Настоящая кубковая игра, где очень важно забить и как не важно не пропустить. В принципе, можно критиковать. Первый тайм я получил удовольствие от того, что мы играли. Второй тайм чуть-чуть подсели, но благодарю ребят, что они выстояли, несмотря на то, что соперник играл длинными передачами. Были моменты у них реализовать, но, видимо, нам что-то повезло сегодня, может быть, во втором тайме. А так, по большому счету, таких проблем соперник не создал. Мы могли еще реализовать второй гол на контратаках. И благодарю своих ребят, команду, все, с выходом в 1-4. Была установка с самого начала постараться прессинговать, атаковать, собирать первый номер? Ну, мы, в принципе, стараемся уже как третью игру, четвертую, даже Зимру можно взять ее в актив, как четвертую игру. Есть люди, которые могут осуществить план на игру, скажем так. Любому тренеру хочется хороших игроков, чтобы его план на игру реализовался. Тем более наш стиль, и мы не отказали от своего стиля. Все, конечно, зависит от соперника. Но соперник решил сесть, ничего страшного, значит, это вдвойне хорошо. Ровно год назад, буквально, почти что ровно год назад, Саксон также выиграл Сперанце, потом весьма кубка. Но тогда по пенальти, доволен, что сегодня удалось завершить это в основном время, если решили сколько матчей? Ты, конечно, любому тренеру на бровке тяжело, ребятам они играют, устают, я их понимаю, но в любом случае рад, что реализовали этот момент, могли второй. Были моменты, но лучше, конечно, лучше с игры, чтобы поспокойнее. А тот факт, что в вашей команде соперники достал Сперанце, принимающие матчи на искусственном поле, для вас это положительный был момент, что не приходилось привыкать на тренировку? Да, мы в таком положении, что нам некуда деваться, мы тренируемся на искусственном поле, и это хорошо. Мышечные ощущения совсем по-другому. Чего скрывать? Зеленое поле, оно, ноги бы потели однозначно. То есть совсем другое покрытие. Наверное, после долгой череды поражений, наконец, победа пришла к Саксону. Как тренер, вы, может, почтили бы, чтобы эта победа была все-таки в чемпионате, а не в кубке? Я любой победе рад. Ребят, потому что ребята, если честно, они так много работают, намного видно уже в течение месяца. Мы и люди пришли, работаем практически 2 месяца одним тем же составом. И сейчас усилились еще. И я рад, что им нравится эта игра. Поэтому не важно, в чемпионате или в кубке, важно, чтобы выиграть. Это для психологического баланса, скажем так. Сегодня ребята отдали на поле все силы. Как думаете, успеют ли они восстановиться, подготовиться к ближайшему матчу чемпионата? Посмотрим. moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны.